Привет. Привет, Андрей. Точнее, Антон. Привет, Костя. Как я мог вообще забыть имя Антона Крахмаля, рекордсмена Украины по сборке кубика Рубика с закрытыми глазами? Ну, сейчас он мой судья. Ну что, ему нечего Максим, на канал, я ты готов? Готов. Поехали. Ты что моими словами-то заговорил? Хорош. Да, это я случайно. Это я постеснялся. Ты так легко его вкручишь. Да, я не тороплюсь. Чем больше...